Che Dio. Abbiamo ciuccio spazzino qua. Еще линия лба. И там делает это. Та укряза. Укряза. Не знаю, считает боец. Стоим, Андрюха. Да, это вам не пирожки жрать на перемене. Биня, теперь делаем три роза страх. А, махи ногами, да, махи ногами, правильно. Пошли, махи ногами. Пошли. Кэти Уорри. Каждой ногой чинзэч. 50-70 для развития. У вас же не очень хорошее. Вы молодцы, вы интересно. Вы сначала встали в шпагат, а потом махи делаете. Вы сначала суп съели, а потом разогрели. Так, я не понял. Где это? Хорошо. Опять. Стоп, посмотри, скажешь мне. Мама. Возьми, поговори. Туда в угол встань. Так, Матэ, и пошли. Асигурали и напой. Внимание. Встали, я считаю. Вы делаете. Уну. Дочь. Мама, у нас до дома пусти маме дать. Хорошо. Мама идет и просто... Надо три. Хорошо, теперь стоим на одной ноге, делаем раз, а потом что? Уну. И страховка. Хорошо, другая нога. Здесь самое главное, не падайте, а садитесь. Да, дальше. Давай. Патру. Хорошо. А теперь ножки чуть-чуть пошире. И еще раз. И падаем, а садимся на одну ногу. Видите, это поднимается туда, сюда. Вот. Пошли. Ножки пошире. И ногу. Дой. Хорошо. Трей. Хорошо, а теперь наоборот. Не так, одна вперед, одна назад. И смотрите, или под туда ставим ногу, или наоборот, назад. Или и на эти, или на пояс. Пошли. Стоп. Смотри на меня, Фабиана. Смотри, падаешь, руки, аич, да, и голова. Бам, руки. Здесь, голова, пум. Вот так. Если руки выше, значит головой об асфальт. Бам! Об тротуар. Пошли. Еще три раза. Уно. Хорошо. А теперь так. Идем вперед. Маленькими шагами. Я смогу, вы делаете страховку. Пошли. Три шага вперед, страховка. Хоп. Три пасы на инке, страховка. Пасы на пой, страховка. Так, хорошо, били. А теперь три пас, вдоль пас. Оп, и руки поставила. Руки убирать. Муну, дой, страховка. Даем муну, дой, страховка. Пошли. Пасы жестко. Стыдня, два дрябка. Хорошо. Бенья. Сейчас. Стоим на одной ноге. Оп, кружочек сделали. Потом на другой.
чий човек. Двое. Другую сторону. Три. Хорошо, аж отсюда. Разминайте шейку, плечи, падение вперед и на прямые ручки. У вас 3 минуточки развязаться. Научились падать, это самое главное. Упал, встал, пошел. Шейку 10 раз, прессик 10 раз, сидя, свинга. Смотри, он, делает, вон. Сидя, повороты свинга, грядка, свинга, грядка. Полибурты, руки в стороны и достаем. Левое это О, а у меня здесь теплышко. Так, ну уже ладно, уже 30. Уже хватит трезвости сегодня. Уже второе, да? Ладно, все знаю. Хорошо, а теперь инверс. Нет. Помимо, то есть наоборот, грудью вверх, спина. И то же самое, ручки в стороны. И еще раз спинка. Мы на дряхта. Спинка, мы на дряхта, дряхта, мы на спинка. Вот так, хорошо. Молодцы. Хорошо, молодцы. Так. Сюда сели. Значит так, внутри предприниматели. Значит, суббота. Ловоразичи, 6-3-сечи. А есть? Берем кимоно. Или берем куртку от кимоно и спортивные брюки. Будем бороться луптасана. Значит, в которой будут бросок на спину 4 балла, бросок на пояс, на таз, на живот 1 балл, бросок на бок, бросок на бок 2 балла. С этим понятно, да? Паркеры. Иммобилизация, то есть удержание 10 секунд до балла, 20 секунд потом балла. И все. Значит, судья держит удержание, показывает удержание. Если вы с удержания делаете болевой, он убирает удержание и начинает показывать. Вот это вот показывает, что есть болевой. Болевой дает на настоящих соревнованиях 1 минуту. На таких соревнованиях, как сейчас, 3-10 секунд. Значит, мы будем бороться 3 минуты. Форма одежды. Значит, можно носочки тепленькие. Можно включать качать. Но переодеваться. Потом, там уже негде сидеть, все убрали. Потом в партере болевой. Молотевой сустав и болевой на колено и это сухожилие. Завтра я покажу. Они тоже все не сильно делают, а те, кто постарше, они знают. Значит, без удушающих. Удушающие, вот я сегодня позвонил, как без удушающих, потому что они впереди душат, а то, что мне не очень нравится. Так, значит, что у них есть в стойке? Стойки по самбо можно брать 10 авто. А не, нет, ты сопливый. Книжка 10 авто, я простыл. И ты же больной, ну, ты же был у доктора. Так, посмотрите, если под зубу классический захват, ун, да, ун удой. Может, если дзюдо такой захват, то это замечательно. Самбо. Такой захват. Такой захват. Такой захват. Такой захват. Такой захват. Единственное, что в любой дырке нельзя держать куртку ниже. Или там по самбо там шорты идут. Трико идут. Нельзя за трико хвататься.
Еще раз, поэтому вы можете брать любой захват, никто вам ничего не скажет. Сейчас, значит, вы берете захват правой стороны, немножко чуть шире. Значит, что делаете? Делаете шаг назад. Раз. Держите. Видите, я нагрузил, чтобы он не убежал. Толкаю, забираю ножку. Я не должен сразу падать. Он ножку поднимет. До трех прыжочек. И потом падает. Еще раз. Раз. Нагрузил. Дальше подхожу сюда. Раз. Не между ног ставлю, а сюда в сторону. В сторону. Видите, где моя нога? И как бы за себя сюда. Раз. Нет. Видите, меня нет за что держать. Я что отпустил, спасибо. А вообще-то за кимоно нужно придерживать. А что, боляшку можно делать? А? Что, боляшку можно делать? Он? Нет, так. Я. Сам там. Сам можно делать все приемы. Чебаняска – это самый хороший прием для тех, кто хочет проиграть. Если я прошел тебе в ноги, прошел, а ты схватил меня и сделал чебаняску, ты проиграл 4 балла. Все понятно? Для того, чтобы сделать чебаняску, нужно человека, во-первых, остановить, два шага вперед сделать, он подойти и бросить. А так как если он пойдет в ноги, ты его взял и перевернул, ты что? Проиграл 4 балла. Сразу, легко и просто. Посмотрите. Можете взять вот такой захват. Любой ногой делаете шаг. Раз, да, заходите, бросок. Что ж, еще идти. Отсюда. Раз, зашел сюда. Оп. И еще, не надо падать, чуть-чуть попрыгать. Вот, раз. И потом уже, что делать? Нужно ошизаться. Садиться. А, не падать назад, а садиться. Подножку ногой. Никакой не надо подножку. Есть, конечно, захватываешь ногу, вот он убирает. Можно зацеп голенью сделать, можно вперед бросить. Есть. Вы сначала учите самый легкий, чтобы вы знали. Вас попросить коронный прием, вы его 30 раз не сделаете, даже 10 раз, потому что вы не... То есть нужно уметь приемы делать. Тогда ты по схватке борешься, увидел ситуацию, раз и сделал брев. Сюда, раз, сюда. Но для того, что, смотрите, для того, чтобы сделать прием, нужно этот прием повторить минимум 500 раз в неделю. Вот за неделю нужно 500 раз. Сделал 500 раз, значит, он хорошо падает, я хорошо делаю. Все, следующий прием. Этот уже можно не повторять, если вы его в борьбе его не применяете. Но надо его делать. Вот у меня были ребята, я им сказал, кто хочет на соревнованиях играть? Мы! Кто сделает через спину с колен 250 раз сегодня на тренировке, тот будет бороться. Кто из вас сделает? Мало кто сделает. А они сделали. Вся группа боролась. Потому что они хотят бороться. Понимаете, в чем дело? Вы сколько сделали? 50 и умираете. Вот такой же возраст. Точно такой же возраст. Я в юности тренировал. Так у меня там, ребят, у меня там было по 10 призовых мест по 15. Понимаете, 20 человек выставляют, 15 призов. 5 чемпионов, такие призеры, такие. Вообще, понимаете, я сидел как король. Давай. Потом подросли дети мои. Стало меньше. И вот турнир Василия Григорьевича Луки, где если у меня одно третье место, вдруг, я рад, пятое место тоже. А у меня было 5 чемпионов, 5 из 7 категорий, 5. Брага один, Брага второй, Андреевич один, Андреевич второй, Ружицкий один, Ружицкий второй. Брат. Плюс еще там. А потом появился этот Сережа, лучший наш борец, который на Олимпиаде третий стал. Все, какие вопросы, понимаете как? Так, все, встали. Встали. Сейчас я разливаю по парам. Быстро, я считаю, трех вы становитесь, потом я бегу. Все. Быстренько разрешить на пару. Так, ты идешь к массу. Раз, два. А, подожди. Как у нас? А, у нас лишний получается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все отлично. Все великолепно. Все.
ты идешь с банком туда, большие туда. С кем? Хоп. Забрал. Хоп. Втроем. Что вы стоите? Я вас тоже целовать буду. Задницу. Ну быстрее разбирайтесь. Все. Все. Значит, где делаем? Встаньте, выпьем сюда. Выпьем сюда. Выпьем вот здесь. Вот тут, вот тут. Выпьем ко мне. Вы вот здесь работаете, вот смотри, вот мат один, мат другой, за него не заходите. Что ты делаешь? Да, да, да. И проиграешь. Не делай то, что я не могу. Приходи ко мне в четверг, приходи ко мне в свободный день, возьми партнера, я тебе покажу, все приму. Придем, только отрабатывай. Смотри, будем матовать. Пошли. Так, что вы стоите? Что вы ждете? Кого вы ждете? Так. Ты делаешь. Да, сразу. И сразу. Ты чешь, я тебе. Я тебе дам разговор. Берешь вот это. Так на меня. Посмотри. И руками. Хорошо? Смотри. Шар приводит сюда. Шар приводит сюда. И вычесный центр. Плачи. Пожалуйста. Ты лежишь? Максим, подвиньтесь сюда чуть-чуть. Раз. Где ты такой? Идешь к нему, делаешь, иди сюда.